В эфире наша рубрика «Самооборона». Светлане очень повезло, потому что телефонный звонок раздался вовремя. Но так бывает редко. Показываю, как действовать в подобной ситуации. Руками держите сумку, а ногами отбивайтесь от вора. Нанесите несколько сильных ударов в голень и колени преступника. Эти удары очень болезненны, и это заставит преступника ослабить хватку. Это поможет вам убежать. Если же грабитель схватил вас за руки, освобождайтесь с помощью следующего приема. Всегда освобождайте сторону большого пальца. Вот так. И опять же в сторону большого пальца. Вот так. Вырвались, сразу убегайте. Ведь ваша задача – остаться целой и невредимой. Будьте уверены в себе.